Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. Битва за Арктику. Именно так, без всякого преувеличения, можно назвать события, которая разворачивается вокруг права нашей страны развивать и контролировать Арктику, этот жизненно важный для России регион. Мы видим, как с каждым годом увеличивается количество государств, считающих территорию Арктики зоной своих жизненно важных интересов. В этой борьбе используются самые разные способы и приемы, от тактики мягкой силы до прямых военных угроз. Об этой угрозе, проникновение чужих государств в Арктику, предупреждал нас великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. В своей работе о приготовлении к мореплаванию Сибирским океаном он так писал о будущем освоении Арктики. Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет его главных поселений европейских в Азии и в Америке. Путь и надежда чужим пресечется. Об этом завете нашего великого земляка необходимо помнить всем нам, живущим и работающим на русском севере. Край, который достался России в результате титанических усилий, которые предпринимала наша страна для изучения и освоения далеких северных земель. Окидывая мысленным взором пройденный нашими предками в Арктике путь, сложно даже представить, каких неимоверных физических и духовных сил это стоило, какой верой и мужеством необходимо было обладать. 3 июля, 20 июня по старому стилю 1648 года началось великое плавание Федота Попова и Семена Дежнева в неизведанные дали Северного Ледовитого океана. Плавание, завершившееся открытием пролива, разделявшего Азию и Северную Америку. В знаменитой оде на торжественный день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года, Михаил Ломоносов так описал подвиг первооткрывателей Севера. «Напрасно строгая природа от нас скрывает место входа с брегов вечерних на восток. Я вижу умными очами, Колумб российский между льдами спешит и презирает рог». Что же двигало нашими предками, которые за 80 лет до экспедиции Вильяма Баренца открыли для России новый, ранее неизведанный мир, мир русской Арктики? Ответы на эти вопросы необходимо искать в еще более раннем прошлом, когда на берега сурового Белого моря, вслед за отважными и отчаянными новгородцами, пришли преподобные Зосима, Саватий и Герман Соловецкие. И их трудами был основан Соловецкий монастырь, ставший первым в России морским монастырем. В Акафисте преподобным Соловецким чудотворцам есть такие замечательные слова. «Хотя и спасти вами многие, премилосердный Бог, яви вас быть и не точью наставники сонма иночествующих, но якоже боговещанные проповедники, возвестившие имя Божие в странах Лапландии. Люди бо, во он их местех обитающие, и не ведевшие до толи Бога, но прилежавшие весьма идолопоклонению и нечестию во светлости вашего, о преподобнее жития, знамений же и чудес, узреша первую зарю спасительного боговедения и благочестия, и от вас научившиеся воспевать истинному Богу». Аллилуйя! Люди, не видевшие до этого Бога, узрели первую зарю спасительной веры. Именно так, ради спасения заблудших душ, дарований истинного света Христовой веры православной, шли бок о бок русские монахи и русские первопроходцы, открывая для России новые земли, а для Христа новые народы. Свидетельство тому – многочисленные поклонные или обетные кресты, во множестве расставленные нашими предками на берегах северных морей и ставшие впоследствии навигационными знаками. Они стали наиболее ярким и зримым символом того времени, когда спасение в мире горнем было возможно только при условии спасения в мире дольнем. Освоение Арктики
практике с самого начала было не столько экономическим, сколько духовным действием, поскольку вместе с православной верой новые народы получали великое сокровище – русскую культуру. Именно в результате этого симбиоза православной веры и русской культуры, обогащенной культурами народов, населявших крайний север, и возникло такое уникальное явление, как поморы и поморская культура. Вот как писал о поморах Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Школьником я был на севере у поморов. Они поразили меня своей интеллигентностью, особой народной культурой, культурой народного языка, особой рукописной грамотностью, этикетом приема гостей, этикетом еды, культурой работы, деликатностью. Не нахожу слов, чтобы описать мой восторг перед ними. Поморы обладали чувством собственного достоинства. Они размышляли. Поморы были не просто интеллигентными, они были мудры. Это мудрое и интеллигентное отношение к родной земле, истории, традиции и культуре, соединенное с верой в Бога, позволило русским освоить гигантские просторы, принять в свою семью самые разные нации и народности, навсегда закрепить право на Арктику за Россией. В отличие от англичан или испанцев, мы осваивали русский север не под гром пушек, а под колокольные звоны и молитвенные песнопения, под размеренное чтение азбуки в далеких деревнях и улусах, куда шли великие просветители северных земель, неся великую православную веру и великую русскую культуру. И именно поэтому Север и Арктика всегда были и будут российскими. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!